ведь Пеппер перфекционистка. Да уж, носится со своим комедийным реквизитом. Эй, юмор — это очень серьезно. Жаль, что все усилия Пеппер направлены на очередное скучное представление. Кто-то особый будет на этой неделе? Похоже, к нам записан какой-то орангутанг по имени СБ. А? Ага. СБ? Смешное имя. Ну, он говорит, что СБ – это его прозвище. Среди профессионалов он... Старик Банан! Ты его знаешь? А-а-а! Старик Банан будет здесь? Да, ура! Она, его знает. Я поклонница СБ! Мечтаешь о любимом деле, пусть будутся твои мечты. Ну как заранее узнать в мире счастлив, где будешь ты? За тобою путь, ты же выбрал путь свой маленький зоомагазин. За тобою путь, ты же выбрал путь свой маленький зоомагазин. Маленький зоомагазин. Старик Банан будет у нас, поверить не могу. Так, Пеппер, кто этот Старик Банан? Это лучший комик в зверином шоу-бизнесе! Да, я видела его по телевизору. Это он был в сериале «Ну, вот мой чего-то там». Орангутанг! Вот мой орангутанг! Классика! Его постоянно показывают по каналу «Мир зверей». Старик Банан, наверное, слышал обо мне и решил посмотреть мое шоу. СБ научил меня всему, что я знаю о юморе. Итак, ребята, кто ваш орангутанг? Конечно, это было до того, как активисты «Цепные псы» заставили телеканалы убрать все пародируемые передачи. Но... ха-ха-ха! Ничто не сравнится со смешными падениями старика Банана! Метанием пирогов или классическими комедийными номерами. Эй, старик Банан хочет знать, подпилили ли вы когти. Потому что он уже выкинул свои в мусор. СБ хочет пожелать всем вам одного. Удачи! Удачи! Нет ни единого дня, когда бы я не думала о СБ и о том, чему научилась у него. Ах. Есть шанс познакомиться? Точно! И он лично пожелает мне удачи. Это высшая степень признания в шоу-бизнесе. Блайз, не могла бы принести гамак из кладовки? СБ обычно отдыхает в гамаке, если верит шоу. А ты придешь на мое представление? Такое я не пропущу. Пеппер, как думаешь, СБ понравится номер, над которым ты работала? А, ни за что! Номер еще слишком сырой! Я не могу просто сыграть! Я должна сиять! Ой! А вот и гамак. О, как тут пыльно! Что это? Лоскутное кунг-фу? Странно, что такое лоскутное кунг-фу? Мастер лоскутного кунг-фу? Анна Ти? Миссис Томбли! О, ничего себе! Немного влево, чуть-чуть правее. Пеппер, твой перфекционизм неудержим. Никаких полумер, если речь идет о комедии. Откуда цитата? Слова того, кого я обожаю. И кто, надеюсь, пожелает мне огромной удачи. Я правильно понял, ты думаешь, что когда получишь непонятное одобрение от обезьяны, с которой не знакома, это будет признанием твоих талантов? Когда ты так говоришь, выходит довольно глупо. Ну, да. Но это совсем не так. Когда он пожелает мне удачи, весь мир будет у моих ног. Я это знаю. Падет к твоим ногам. Нет, я же могу споткнуться. О,
Вижу, у нас сегодня знаменитость. Сам старик банан. Ой, такой разговорчивый. Вот наш дневной лагерь. Вам точно понравится? Или зовите меня Мартышкиной тетей. Простите, эта шутка его задевает. Без понятия, что она означает. Да, все верно. СБ, следуй за Пенни Линк в дневной лагерь. И повеселитесь. Мистер СБ, вас здесь ждет большая поклонница. Неужели? Именно. Ее зовут Пеппер, и она самый смешной сконс на свете. Правда? Ну, это мы еще посмотрим. Резиновый цыпленок еще не упакован. Сейчас я его проклюну. Понимаете? Проклюну, а не вытащу. Но это цыпленок. У него клюв. Ну, ладно. Зачем курица перешла дорогу? Чтобы отложить яйцо! Я раньше не думал о мотивах поведения курицы. Да, это многое объясняет. Это шутка, а не предмет философского диспута. Неудачный цыпленок. Ха! Не знала, что он будет на моей репетиции! А если бы знала, выступила бы смешно! СБ, мы, особенно наша смешная подруга, не ждали тебя так скоро. Я просто отрабатывала новый номер. Ну-ну. Поверить не могу, что вы здесь. А ты, видимо, Пеппи. Пеппер. А я как сказал? Вы сказали. Да, можно Пеппи или Пеппер, как вам удобнее говорить. Такая честь познакомиться с вами, сэр, ваше комедианство. Ха. Медвежонок сказал, ты смешная, Поппер. Посмотрим. Ладно, кто ваш орангутанг? Вот мой орангутанг! О, узнали? Ой, как неловко. Ну, он несовершенен. Подожди. Всем по сувениру. Я их лично подписал. О, здорово! Ну, Поппи, давай своего неудачного цыпленка. Сколько работает курица? Круглый кудах. Почему курица перешла дорогу дважды? Потому что она заблудилась. Что общего у курицы и винограда? Они оба фиолетовые. Ну, не считая курицы. Ой, а в жизни он намного смешнее. Да, это очень смешно. Вот, смотри и учись, Пэтти. Похоже, кто-то вызвал фурор. Ой, тихо, а что? Нет, спать. Мне понравилось. Нет, спать, ему надо спать. Да. Янгми, я нашла какие-то листовки в старом сундуке в кладовке. И ты ни за что не поверишь, что я узнала про миссис Томбли. Лоскутное кунг-фу? А что это такое? Редкое сочетание одновременного шитья вручную и боевых движений из кунг-фу. О, ладно. А как это относится к миссис Ти? Была одна потрясающая женщина, которая изобрела лоскутное кунг-фу и единственная в мире практиковала его. Она объездила весь мир и добилась всеобщего признания. Но все-таки, как это относится... Боже мой! Это миссис Томбри! Да, да! За 5 минут акула ки, то там, то тут. За ней не угнаться даже рою пчел. Удары ногами ей нипочем. Смотри, на миссис Ти посмотри. Да, 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 да. Да, да, да. Вряд ли видели раньше вы
кешиты, лоскуты, ткани нежный целый ряд полос. Его на прочность проверил пес. Смотри, на мясисти, посмотри. Поряд на весь мир она одна. Да, 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 да. На мисси, посмотри. Да, 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 да. Ух ты, потрясающе! Не верится, что она никогда не рассказывала об этом. Пойду расспрошу миссис Томбли. Ух, этот СБ сложная публика. Что толку выступать перед ним? Он явно не считает меня смешной. Ты правда думала, старик Банан такой же, как в телешоу? Почему нет? На телевидении все настоящее. Ну да. Старик Банан ничем не отличается от других, а ты можешь насмешить любого. Да, точно, ты прав. Я могу рассмешить любого. А чему он отличается от всех? Я заставлю его смеяться. Да, давай, Пеппер. Точно! Я смогу его покорить. Именно! И ты выступишь в роли моего партнера. Точно! Чего? Миссис Ти, мне нужно кое-что у вас спросить. О, дорогая Блайз, в чем дело? Правда, что вы изобрели лоскутное кунг-фу?